Перенять положительный опыт для развития своего. По такому принципу работают многие регионы нашей страны, так и муниципалитеты, входящие в Ассоциацию городов Поволжья. Сегодня их 26, но когда-то начинали с 5. Чебоксары в списке учредителей и основных поставщиков перспективных идей. Мы смотрели, как организовано у вас содержание парков, скверов, набережные. Вот опыт Чебоксар другие города тоже для себя использовали. И опять же мы его использовали, когда принималась федеральная программа формирования комфортной городской среды. Чебоксарский опыт в этом использовался. На рубеже 2000-х годов это город был одним из самых благоустроенных в России. И когда сюда приезжали коллеги из других городов и смотрели, как организована уборка улиц, как работают дворники, то они брали этот опыт на вооружение, внедряли в том числе у себя. Компактно расположившиеся по берегам Волги регионы имеют схожую структуру управления городским хозяйством. И перенять наработки преуспевающих городов другими не составляет большой трудности. Было бы желание, на заметку для принимающей стороны. В чем-то Казань преуспела, в чем-то Чебоксары преуспели. Мы у них учимся благоустройству, каким-то элементам. Где-то вперед нас Пермь ушла, где-то другие города, Самара, Саратов. Поэтому это хорошая площадка для обмена опытом. Мы поменяли, как я сказал, автобусы малой вместимости на автобусы большей вместимости. Дальше это экологические нормы выросли, и мы поменяли. Сначала начинали Евро-3, сегодня у нас уже Евро-5, и первые 100 автобусов в Казани газомоторные, которые наносят наименьший урон экологии города и жителям. Мы очень большое внимание уделяем развитию электрического транспорта. Это метро, мы строим новые станции, это троллейбусы и трамваи. Эффективное сотрудничество по организации работы городского транспорта, благоустройству и созданию комфортной среды. Ассоциация, объединившая муниципалитеты с общей численностью 14 миллионов человек, ведет такую работу второй десяток лет. Когда принимали еще 131 федеральный закон, многие наши предложения были учтены. В бюджетном законодательстве многие предложения были учтены. Дальше, вот когда принималась программа «Комфортная городская среда», которая сейчас реализовывается, использовался при ее реализации опыт многих наших городов, которые в разные годы ее реализовывали. Это и те же Чебоксары, и Самара, и Нижний Новгород, и Казань, и другие города. Эти и другие начинания участников Ассоциации городов Поволжья легли в основу ряда государственных программ, успешно реализуемых на территории всей страны. Именно поэтому она намерена продолжать свою работу. Мальвина Петрова, Валерий Резюков, Республика.